Приветствую всех, я Наталья Невзорова. И сегодня я в очередной раз рассказываю о своих покупках из каталога номер 16. Что я приобрела вот в этом 16-м каталоге? Ну, мне с заказом пришли журнал «Мир Орифлейм». Здесь есть новая акция, можно о ней почитать. Вот такой премьер-клуб. Я заказала себе еще каталог Wellness, листовка, прайс-лист и вот уже следующий 17-й каталог. Начнем мы вот с этого набора косметики. Он в этом каталоге идет с 60% скидкой, всего 649 рублей. И выглядит он следующим образом. То есть вот такой клатч. Открываете его. И здесь вот такой наборчик косметики. Этот набор я взяла себе. Я хочу его протестировать. Он был в каталогах Oriflame и ранее. Но я его, к сожалению, никак не смогла себе оставить, потому что мне все время его покупали. Поэтому как тест сделаю, сразу увидите. Чем примечателен еще этот клатч? Тем, что на оборотной стороне есть кошелек, куда можно положить деньги. Это очень хороший подарок к Новому году, поэтому сейчас пока скидка, берите. В 16-м каталоге на последней странице у нас идет акция, что вы можете заказать по специальной цене модный шарф-трансформер и перчатки. 349 рублей, 53% скидка при единовременном заказе из каталога на сумму 1199 рублей. Выглядит он следующим образом, то есть вот такая длинная труба, видите? Черный, который называется лакрица, и карамельный. Вот такой вот цвет. Вот так он выглядит. И вот такие вот перчаточки. Перчатки содержат флюрекс, что не очень понравилось, например, моей дочке. Здесь в шарф-трансформер входит вот такая инструкция, где можно посмотреть, как он завязывается, как его можно носить. Так как я принимала участие в прошлой рекрутинговой кампании, мне пришел вот такой вот планшет. Я его еще не открывала. Ну, думаю, потом, может быть, обзорчик сделаю, если это понадобится. Ну, сейчас посмотрим, что у нас находится здесь именно в коробке. Начнем мы обзор вот с этой туалетной воды, которая называется Lucia Starlight. Вообще, скажу честно, запах не мой. Очень холодный, колючий, чем-то напоминает Эльви Макик. Вы знаете, на любителя, ну, такой специфический аромат. Ну, а внешний вид, вот бутылочка, как туалетная вода Люсье. Она у нас идет по спеццене, 449 рублей с 59% скидкой, 50 миллилитров. Но вот не мой аромат, поэтому я не знаю, насколько хорошо он будет пользоваться спросом. Но вот заказала как вариант, как пробник в офис. Естественно, идет в упаковке. Заказала еще вот на пробу аромат для мальчика и аромат для девочки. Знаете, мальчиковый аромат просто порадовал. Запах мандаринов, такой теплый, бесподобный. А вот девочек аромат, скажу так себе, пахнет мыльными пузырями. Но это вот опять на мой вкус. Обе упаковки идут по 100 мл. Идут они с пульверизаторами, обе упаковки. Ну вот эти туалетные воды будут пользоваться однозначно спросом у детей, потому что в офисе у нас сейчас к ней подходят дети. Я вам взяла просто их показать. Я взяла их, конечно, не себе, я взяла просто в офис для образцов. Вот эти вот две туалетные воды, чтобы были ароматы, и консультанты могли их протестировать. Ну как же вот Новый год без такого специального смягчающего средства? И очень хорошая цена, 65 рублей. На это средство скидка 70% с ароматом розового масла. То есть очень легкий аромат. Мне средство это понравилось по запаху. И вот очень классно, как подарочный вариант. Вот купить много-много таких специальных смягчающих средств и в качестве презентиков подарить своим коллегам по работе, друзьям. То есть тем, с кем вы знакомы постольку-поскольку. Ну и, естественно, конечно, для родных и близких обязательно положить подарочные наборы. Средство классное. Заказала вот такие елочные шары. Честно говоря, не помню. Это было у меня в предварительном заказе. Я вообще коллекционирую все елочные игрушки от компании Oriflame. Ну вот видите, шар пришел бракованный. Поэтому этот шар я буду отправлять обратно. Не проверила. Сейчас другой посмотрим.
Вот такие вот елочные шарики. Терифлейм обыкновенные, ничего примечательного. Но я просто их коллекционирую. Практически у меня все елочные игрушки от компании Reflame за последние 10 лет. В этом каталоге заказала вот такой триммер. Это новинка. Ремингтон. Постараюсь сделать о нем обзор. Давайте посмотрим, как он выглядит. В него входит в комплект батарейка, колпачок, расчески, ну и само лезвие. Вот взяла его себе. Хочу попробовать поработать с бровями и со своими усами, потому что есть такая проблемка. Например, борюсь с ними. На картинке вот здесь нарисовано, что нужно сделать вот такие процедуры. Поэтому буду пробовать, тестировать, потом с вами на эту тему поговорим. Заказала лаки с эффектом каркелюра. Ну вот уже на руках я их нанесла, вот выглядят они следующим образом. Скажу честно, что покрытие нужно наносить два раза. Обязательно сниму тест, еще посмотрим, как они работают в реальном режиме. Вот видите, вот так вот они выглядят. Ну, как вариант, вот особенно красиво вот на длинных ногтях, конечно, не очень длинная. Ну, вот все четыре оттенка. То есть это лак основа, а это лак покрытие. У меня заказ здесь еще из прошлого каталога, но я взяла 4 мыла домой. Там у меня были всех разных вариантов, потому что мы будем мыть руки именно вот таким мылом, не жидким. В каталоге представлена вот такая расческа для окрашивания волос. Я вообще первый раз волосы окрашивала самостоятельно. Дома мне помогала дочь в этом. Ну вот взяли попробовать такую расческу, потому что скоро уже надо будет снова повторять процедуру. Посмотрим, насколько она будет хороша. В этом каталоге точно так же с лаками с эффектом каркелюра представлены вот такие цветные подводки с эффектом металлик. Я взяла все 4 штуки, они разного оттенка, бирюза, коричневый такой медный оттенок, серо-черный и голубой. Обязательно сниму про них видео, поэтому следите за моими новостями, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе. Нам пришли вот такие румяна барокко, поэтому о них тоже сделаю небольшой обзор. Вот так они выглядят, эти румяна барокко, заказала их. Пока их оставляем. Очень понравилась вот такая маленькая кисточка. Иногда не хватает кисточки с собой взять, сумочку. Я иногда крашу на работе или где-то в пути, особенно когда куда-то выезжаем. Не хватает вот такой миниатюрной кисточки для румян и пудры. Поэтому я взяла ее специально, чтобы положить свой маленький дорожный наборчик. То есть вот такая замечательная маленькая кисточка, которая помещается в ладонь. Смотрите, вот она такого размера. Серии Верми. И в каталоге 16 новинка представлена вот такая коллекция, которая называется «Северное сияние». Я взяла, конечно, всю коллекцию для того, чтобы консультанты в офисе могли посмотреть ее, для того, чтобы сделать тесты. И в эту коллекцию входит вот такая косметичка, которая называется «Северное сияние». Ну, не знаю, для, конечно, такой цены 329 рублей, я считаю, дороговато. А на самом деле она фиолетовая. Вот я смотрю на экран. Она на экране у меня синего цвета, но на самом деле она темно-фиолетовая. Вот у нее такое большое, небольшое идет искажение, преломление. Вот видите, так вот поверну, немножко фиолетом отдает. Далее, в эту коллекцию у нас входят две туши. Вообще написано в каталоге, что они для усиления цвета глаз. Одна тушь идет синего цвета. Вот так она выглядит, синяя. Потом сделаем тест. И вторая. Эти в такой упаковке обе туши пришли. Одну я уже открыла, вторую вот показываю вам. И вторая тушь идет лиловая. Раз северное сияние, значит холодные оттенки. Вот таким образом она выглядит лиловая. Но я, конечно, ожидала больше лилового. Здесь как-то ближе к какой-то сирене. В эту же коллекцию «Северное сияние» у нас вошли вот эти 4 блеска. Блески очень красивые, такие, знаете, голографический оттенок. Вот так вот они выглядят, красивящие. Давайте один посмотрим. Потом мы их по-хорошему рассмотрим. Блески вообще очень-очень-очень симпатичные. Так, и входит двое теней.
Вот эта тень у нас называется лунное затмение. Вот спрашивают, есть ли шиммер? Есть. Небольшой есть шиммер в этих тенях. Как вот показать, не знаю. Вот всяко поверчу их. Видите, небольшой блеск есть. Вот так вот они выглядят. Второй оттенок. Вот все, что я заказала в этом текущем 16-м каталоге. И о каждом продукте я постараюсь сделать отдельное видео, чтобы уже протестировать конкретный продукт. С вами была Наталья Невзорова. Под видео вы найдете ссылку на группу ВКонтакте, где вы найдете фотографии с тестами. Подписывайтесь на мой канал. Ссылку на него найдете вот здесь. Если вам понравилось это видео, нажимайте кнопку «Мне нравится». Делитесь им со своими друзьями в социальных сетях. И до новых встреч!